Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да, там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто. Там! Это все? Yeah!
Врагу не позавидуешь. А что тебя там так задело? Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти изменение. Наверное, тебе просто нравится бить горшки. Береги! Прости, я не готов. Второе кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Иди в оба, сын! Береги,
Во! Мы справимся. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Не важно, нравится она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться.
Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Не важно, ранит она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может... Еще проходы. Понял. Иду. Я боюсь. Удачи. Те пилы были страшными. Смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. А Тюр знал о них? Возможно. Они ему нравились, растут вся стена в их изображениях. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Не важно, ранит она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Фу!
еще проход. Понял, иду. Боюсь смотреть. А я-то думал, те пилы были страшными. Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все ж, смотри, волки-великаны, Сколь и Хати. Точно, приносящие день и ночь. Рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. Не вижу очередной ловушки для... Ветровхель? Может подняться на балкон для лучшего обзора. Эти. Мысль быстрее ветра. Может, это вовсе и не про скорость? Куда еще могут отправиться ветра? Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря.
За мной, Атрей. Прости, я отвлекся.